Сейчас буду. Сейчас буду разбортовывать колесо. Покрышку надо снять. И потом забортовывать обратно. Смотрим, как это я делаю. Нам понадобится такой угольник какой-нибудь. И кувалдочка. Ставим угольник и колотим кувалдой. Вот в эту угол, чтобы сбить с диска покрышку. Так, находится слабое место, где вылетает. Оттуда продолжаем. Так, одна сторона есть. Теперь другую. Теперь нам понадобится две такие монтажки. Ну, у кого какие есть, в принципе. Начинаем от соска. Потому как мы тут будем давить, вот эту надо внутрь опускать, вот за эту ступеньку. Можно прямо сейчас начинать. Нам же колесо надо было спустить. Хотя она у меня спущена, продырявлена. Может, там воздух все равно остался еще. Кстати, да, немного есть. Теперь берем монтажку и зацепаем за краешек изнутри и поворачиваем. Здесь нажимаем, чтобы внутрь ушло. Маленькими шажками делать будет удобнее, чем большими. Большими труднее. С той стороны. С этой стороны. Так. Здесь тоже надо вытащить. Так, теперь надо вытащить камеру. Я вытаскиваю напротив соска. Начинаю вот так. Так, выходим до соска, опускаем сосок. Все, камера свободна. Чтобы снять диск до конца, я обычно делаю как. Берете молоток. Все, колесо снято. Так, обратно диск вставляем. Определяемся, где будет перед, где зад. Если будет перед тут, то перед и вставляем туда. Потом монтажками. Раз так. Thank you.
Все. Переворачиваем. Ищем, где сосок. Спускаем камеру. Как можно больше все. Приподнимаем покрышку. И в первую очередь вставляем сосок. Заталкиваем пока временно камеру. Вставляем сосок и дальше камера. У меня покрышка 14, а камера 13. Так тоже можно ездить. Потом опускаем камеру вот в эту канавку покрышки, в диске. Чтобы камера как можно там сидела. Потому как бортовать будем, нам не нужно, чтобы она тут была. Можем монтажкой закусить. Тем более, когда бортовать будем, нам опять же вот этот край надо будет в центр опускать. Теперь можно забортовывать. Забортовывать начинаем напротив соска, не сосок сам, чтобы сосок на той стороне был. Отсюда начинаем забортовывать. Берем за краешек обода, всего лишь за краешек. Чтобы, не дай бог, там камеру потом не запустить. Так как камеру, помните, мы вниже отпустили, чтобы сосок тут, чтобы камера под монтажку не попала. Теперь нажимаем. С той стороны. С этой стороны. Теперь ее опускаем тоже к середине, блин. Так, качает до 2 атмосфер. Так, на этом все. Ставьте лайки. Понравилось, не понравилось. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Не забывайте лайк, чпок. Всем пока, до новых встреч. Будет еще много интересного и полезного.